Добро пожаловать в дом Дани Мертвеца, бродяга. Прости, что не принял тебя с почестями. Мой враг добрался сюда первым. Ты явно за кого-то меня принял. Я просто скитаюсь. Ха, брось, Хави. Я много где был. До того, как Дурв захватил мою плавильню, пленил работников и обрезал канаты. Канаты? Я развесил канаты надо всем Дёкерланом, когда заправлял плавильней, и перевозил все по ним, над землей. Звучит внушительно. Ты будто собирал настоящее войско. Ха-ха, моих запасов хватило бы на сотню войск. Но что в этом толку, когда Дурф нанял турсов, чтобы лишить меня всего? Скажи, твоими канатами еще можно пользоваться? Лишь частью. Но если моих двергов освободят, мы снова все протянем. Проложим тебе путь через Дёкерлан. Достойное предложение. Ты знаешь, где именно их держат? В самой плавильне. Есть два турса, у каждого связка ключей. Значит, если я добуду у турсов ключи и вызволю узников, ты протянешь канаты? О, тогда я верну плавильню и клянусь Дорином, мы навяжем больше узлов, чем норны! Спешите,
Ищешь, что купить? Что ж, давай приступим к делу.
сгорится в пламени! Придется здесь уцелеет. Всем слушать меня! Ты умрешь! Стой! Пробуем зайти сзади! Thank you.
Радушный прием, да хозяев нет. Это для мертвых или всякому подойдет? Ага, здесь есть послание. Что же мне выбрать? Ого! Славная выпивка! Один напиток за раз. И у радушия есть пределы. Thank you.
клетках верно сидят дверги Дани. Я так тебе благодарен, друг. На помощь! Спасибо, друг. У тебя доброе сердце, друг.
Ищешь, что купить? Что ж, давай приступим к делу. Несчастная жертва гнусных опытов Хель? За что норны обрекли тебя на столь страшную участь? Не норны. А ты и эта дрянь Брюнхельд сделали меня таким. Сколько предательств на твоей совести, лживый язык, если не узнаешь конунга Гота! Хельмгуннар, зачем Хель превратила тебя в нелепое чудовище? Я сам собрал себя из брошенных конечностей и ненужной плоти. Я дитя ненависти. Меня ведут злоба и жажда мести. Thank you.
Хьяльмгуннер наконец смог отомстить. Да, но какой ценой? Думаешь, я не пройду? Забыла, кто достал твой мир из задницы Имира? И пошлю назад в пустоту, если придется. Вряд ли они тебя слышат, старина. Ты пришел, чтобы помочь нам, мой сын? Я принес вести из дома. Пока ты тут тешишься мечтой вернуть Бальдра, в Асгард пришла война. Мне всегда удавалось обмануть ожидания и совершить невозможное. Как я могу отступить, когда речь о жизни твоего брата? Мой сводный брат мертв. О какой жизни речь? Ты любишь наставлять всех вокруг, но чужих советов даже не слышишь. Ты можешь назвать того, кто мудрее меня? Кто столько сражался, столько потерял и стольким пожертвовал? Нет. Значит, ты поймешь, сын, почему я неохотно слушаюсь чужих советов. Значит, ты вернешься туда, в Нифльхейм. Столько раз, сколько будет нужно.
Доброй битвы, отец! Раньше не встречались, у тебя какое-то знакомое лицо. Такое же, как у моих братьев. Они живут где-то рядом? Вроде того. Но они живут. Они мертвы. Сосланы в Нифльхейм за то, что ввязались в темные делишки, скажем так. И ты пришел почтить их память? Ха, нет уж. Я пришел зарабатывать. Видишь ли, у меня с братьями связь, как у тебя с воронами, только крепче. Когда я на границе Нифльхейма, то могу видеть их глазами, слышать их ушами и... Понимаю. Но что это дает тебе и зачем это мне? Я выведал у мертвых пару секретов. Могу предложить их тебе в качестве... услуги? Что скажешь? Возможно. Что ты предлагаешь?
Что происходит? Возможность пожить. Вот и награда за терпение. Или эта хель помутила мой разум?
Как? Доверишься мне? Что у тебя есть? Мерзкая шавка! Thank you.
ищешь, что... Что ж, да? И снова здесь! Ср... Я могу... Если так, почему ты не покажешься? Чего боишься? Мой страх выше твоего понимания. А вот твой хорошо известен мертвым. Последний.